Знаешь, о чем речь идет, да? Да. В четвертом действии она поет о возлюбленном, и уже это незадолго до того, как ее пробили. Но пока еще она не знает, что ее ждет трагическая судьба. Да никто ничего не знает. Из нас тоже. Так, начала сразу. Что? Да дело-то не в этом, она не пропела ни одной ноты, у тебя в основном разговор. Давай. Где же ты, мой желан? Оттягивай каждую, восьмую, шестнадцатую, как можно дольше, за счет следующей, тоже оттянутой. Где? Зачем? Где? Отсюда Г, у тебя где-то здесь Г, а это должно быть здесь, вверху. Вот это вот собери. Где? 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 Вот. Где мой желанный? Так, желанный не подменяй. А буквой. Вот это не надо. Где же ты, мой желанный? На желанный можешь открыть его. Ты, наверное, боишься потерять звук и соединение связок, а то я не слышу. Да, и соединить. Желанный. Это не звук, это не звук, это неправильно. Где же ты, мой желанный? Иди сюда. Какие здесь ноточки написаны? Возьми. Нет, дело не в этом. Они ровные или с точками? Ровные. А ты что поешь? С точками. Давай. Сверху. Где же ты, мой желанный? Где? Свое тело отсюда берешь, сюда и возвращаешь. Вот ты даже не знаешь, как она получится, а не получится, да? Ты вот выпустила ее. Сейчас сорвется, не сорвется, сорвется. Ни в коем случае. Краса. Давай. Краса. Поняла? Можешь тянуть. Четыре такта еще раз, извините. Поняла? Ты своим столбом ее и удерживаешь. Она... И все, ты не даешь ей возможность ни на что опереться этой ноты. Кстати, нота красивая. По темпу. Давай. Краса! 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 Ра! Думайте, ребята, думайте, прежде чем идете на какую-то для вас трудную ноту, вы подготовьте к ней подход обязательно. Обязательно. Это закон, это техника, вокала называется. Давай. Кра. Не, некоторый рот. Краса. Краса. Подвешены в воздухе. Без тебя. Нет, нет.
Да, да. Сокол.
раньше, немножко раньше. Куда? Мы учимся. Готовься к верхней ноте. Готовь свой организм к верхней ноте. А то ты учил краса. А дальше что? Мы учимся с тобою. Вот именно. Да. Вот забудь это дело. У тебя все на месте, у тебя каждый звук на месте, кроме одного. Сама знаешь, как. Да. А что это у тебя за ноты, кстати? Не-не-не, подожди, вот это. Ага, приходи же. Нет, вот. Ответ сейчас с тобой от зол. Да-да, вот это вот от зол даже делает не, наверное, не о, а просто твоя нелюбимая да, нота. Ты ее устраиваешь, как будто ложными связками. Вот такой вот, да. Знаешь, какие-то звуки непонятные, да? Ну-ка, давай это сделаем, давай это сделаем. Сейчас. Приходи же, мой свет, мы учимся с тобой от зол и от бед. Беда всех вокалистов. Вот вы думаете о том, как засунуть куда-то какую-то ноту. Ты даже не понимаешь, о чем ты поешь, да, в этот момент? В этот момент, наверное, нет. А зачем ты тогда поешь-то? Чтобы взять верхнюю ноту в конце? Нет. Тогда что надо со сцены уходить. Понимаешь? На сцену выходить нужно в том случае, если тебе есть что сказать людям. А то вот это готовишься, сейчас я возьму, вот вратарь, да? Да. Организм должен тебе подсказать, куда тебе засунуть звук. Куда мне бы его засунуть? Да, давай. Мы учимся. Что такое «мы» было? Мы. Ищешь, да? Нет, перед этим обязательно надо что-то давать, чтобы... Да. Мы учимся. Поешь как бы на кадыке, которого нету. Понимаешь? И вот так вот запрокинуть. Почему есть это горловое звучание? Да? Она не комарина, она просто не из твоего голоса.